Я хочу сделать небольшое обращение к жителям города Бельц. Я сама жительница города Бельц, но так как я нахожусь сегодня далеко, мне не безразлична судьба нашего города. Поэтому я решила сделать такое обращение. Вы знаете, что 20 советников от муниципии Бельц находятся сегодня в забастовке голодовки в примарии. В пятницу состоится заседание муниципальных советников. Я прошу вас, я вас очень прошу, я умоляю вас на коленях, выйдите перед примарией в пятницу в 9 часов утра, поддержите этих ребят, потому что они не для себя это делают, они делают это для нас, это делают для города. Вы видите, что сегодня творится в нашей стране. Вы видите, что сегодня творится в нашем городе. Я вас очень прошу, выйдите в 9 часов утра в пятницу в поддержку наших ребят. Потому что то, что они делают не для себя, не для своих семей. Они делают для нас, горожан. Они хотят дать нам лучшую жизнь. Они хотят сделать наш город лучше, чище. Я не знаю, и то, что сегодня творится, это страшно. Это страшно, потому что они действительно, другого выхода у них не было, кроме пойти на это. Умоляю вас, не будьте безразличны ко всему этому. Выйдите в поддержку этих ребят. Помогите им сегодня, им очень нужна ваша поддержка. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо. Спасибо вам, доктор Евгений. Главное, Евгения, спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас большое. Все. Я извиняюсь, потому что я без слез не могу. Ну, конечно. Мне конечно. Очень действительно не безразлично все это. Я пишу в этом Фейсбуке, но есть люди, которые не имеют Фейсбук. Я уже не знала, думала, обращусь к вам с этим, чтобы вы меня поддержали, чтобы люди поняли, что дальше так нельзя жить, нельзя идти дальше. Они, если возьмут город в свои руки, плакатню поставят всех нас на коленях. Они и так считают себя властелином города.